Информагентство БНК, как нам победить бедность? Не знаю, никак. Ох ты! Я не знаю ответа на этот вопрос, это очень сложный вопрос. Я не знаю. Больше работать. Не знаю. Работать. Ой. Не знаю, надо работать, наверное. Бедность? Работать? Чтоб в верхах не воровали. Ой, даже не знаю. Работать нет. Меньше воровать надо. Молодым работать, а старым пенсию добавить. Не знаю я. Это у богатеньких надо спросить. Наверное, сверху и снизу, чтобы все хотели этого. Это-то не так просто. Потому что страшно смотреть на бедных. Мы никак их не победим. От нас ничего не зависит. Не надеяться на службу занятости, на безработных, а больше самим пахать. О, не знаю, я сам только иду в социальную службу. Я даже не знаю, как победить. Я даже не в курсе. Работать надо. Меньше пусть эти воруют. Вот, нормально. Надо, чтобы правительство обратило и президент, самое главное, на это внимание. Молодежь такое дело хочет, понимаете, большего, а ее больше нету. Слова Христа, да, нищих всегда с собой имеете, меня жди со мной, то что, значит, до конца мира будут нищие, в любом случае, не победим бедность.